процедуры поражает. Чё? Вот что я называю действенным уходом. Ревиталик Лазер от Мариаль Париж. Мы этого достойны. Грик Мальчикин с сочным куриным филе и другие греческие вкусы в Макдональдс. Я себе. Дать пизды получать не могу. Ты духу пирин, блядь! На этом все. Я тебе говорю, блядь, никакого нету. Хотя упаковка, блядь, должна была быть. Зачем я так рано? Я не знаю где. Надо мне вызвать. Значит, вызовем. Есть очень серьезный разговор. Рассказывай. Кошакан, вот теперь на, жри. Давай. Сомневаюсь. Не сомневаюсь, глотай. Юба. Вонючка. Что, вкусно? Вместо пельменника. Чё ты можешь? Да на тебя смотрю, ты как сможешься, как китаец. Давай, хавай, хавай, хавай до конца. Я жду. Пачку мне отдай. Выдавляй. Бык, иди помогай. А я-то тут при чем? А ты при чем? Ты а я каким боком? Давай иди, чтобы он один не ел. Да ну нахуй. Будете вдвоечка жрать. Я не буду жрать нахуй. Нахуй не нужен. Какие мы? Я что тут, блин, паровоз? Прицеп, что ли, к паровозу, нахуй? А ты попробуй, тут мясо же. Нет. Чё ты? Чё ты? Нет. Чё ты? Нет. Боишься, что ли? Надо и дай. Я же не кошка, нахуй, ёбаный, я бык. Не хотят с тобой, друзья, истинно. Да ты, бы я пожрал бы. Отойди. Показывай, показывай. Это не мое. Нет, это мое. Нет, не знаю. Я себя одеваю. Нет, не знаю. Я это вообще... Шарики надуваю. Ты чё? Забери нахуй свое. Стоять! Чё стоять? Я тебе ещё... Я стою пока. Я тебе реально говорю, это не мое. Реально не мое. Ну чё, да я его выкинул, он мне нахуй не нужен. А ты его открой и надуй, чтобы он лопнул. А я посмотрю, что ты его выкинешь. Прикинь его надувать. И чё? Он же запечатан. Ебать, да мне дыхалки хуй хватит. Распечатывай, я надую. На. Давай, доставай. Вообще похую. Я пойду упаковку выкину. Сейчас будем дуть нахуй. Фарики, лошарики. Как он там надувается-то? Да похуй как. Фу, по-моему, масляный. Нихуя. Нахуй. Всё, теперь мы... Ебаный. Паха, ни хрена себе, ты чё, вообще пипец? Японский городовой. Чё ты? Блять, ты когда снимешь, блять, уже гниют, ёбан, уже 2 месяца не снимаешь. Рассосутся. От месяца до 2. Да, вот 2 месяца это... уже прошло. Стоп. Чё ты стоп? 9-го будет, 2 месяца. Ну вот, 9-го будет только, а сегодня какое число? Ты чё? Ну? О чём речь? О чём? Ты вообще... Ты хочешь вообще так и ходить нахуй с этими с веревками, блядь? Да пусть он чешется хоть. Вот этими веревками. Вот этими? Да. Мне вовремя не снял, тоже шрам остался. Я сегодня неделю пропустил, и тоже шрам остался. Ничего. Широкий. Тебе вообще, прикинь, по жизни такой останется. Только не вот. Останется. Я тебе говорю, да еще хуже будет. Да не боись. Не останется. А что не боись-то, блядь? Да сними ты их уже. Вахал.
Ну, бичара, роднуким ты мой. Чего? Ты же у нас блогер? Да? Чего? Вот. Как так? Танцуй, я тебе хочешь поздняю. Я вообще в шоке, море! Давай, блогер! Блогер, ну распечатай, посмотри, хоть елки-палки. Давай распечатывай. Давай сейчас распечатаем чики-брыки. Ну то есть закрывай их. Вот эти вот отрывать, да? Все, мы их оторвем. Все, да все, все. Саня, вот, показывай. Вообще, все воевал. Ребята, теперь его хоть приветики, его. Балетики, кардебалетики. У меня в карманы все. Стой-ка. Вот, все. Даже видео показываю сразу на тебя. Вообще, да. Я говорю, срать будете дома! Да вот они срут, они дома же срут. Кто? А кто? Ты что вот думаешь, они... как котенок сиранет? О, видишь? Бля, вот ни за что похлебали бы получил, нахуй. Сри где хочешь, вообще только не здесь, чего, нахуй. Здесь и без тебя хватает, кому есть срать. Меня шесть кошек, нахуй. Не нас двое. Иди дома съесть. Сри, я не срал здесь вообще. Вы что, ебанулись, что ли, или что? Сам ебанулся, что ли? Дома срешь? Ебаный в рот, не за что получил, нахуй. Сколько раз не звонил? Яри! До этого. Дай телефон, Манго. Дай телефон, Манго. Ну, на бутылку я у тебя разве просил? Просил ты и сказал, есть что выпить? Я говорю, у тебя есть начальство? Бери! У меня свое начальство, я сама могу попросить. Вон получу, но зато нахуй купим. Почему так-то нахуй? А потому что даже ты, блядь, служу прикрываешь. И нахуй подзываешь. Я чего у тебя, блядь, просил денег, что ли? А чё ты у меня просил? Ты просил у меня копеек. Ты гонишь, что ли? И номер телефона Олега. Всё. Я у вас номер телефона. Слышь, Олега, ты, у тебя есть начальство, с кем ты снимаешь. Я с ним нахуй. Далеко не снимаюсь, сиди. Я пошел. И срать меня дома не будешь. Я не срал у тебя дома. Так что? Марик, я вижу, что ты там на крыше что-то танцуешь. Не, ну это не поможет тебе, это я тебе говорю. Я приеду, я тебя сломаю и скину с крыши. Короче, тренируйся правильно.